Привет! Сегодня я буду разбирать Demon Power по просьбе моего одного подписчика. Так, вот наша Demon Power. Я уже открутила эти вот защитные сетки. Давайте убедимся, что она работает. Да, колонка нормально работает. Мы уже открутили все болты. Вот наша колонка открывается. Кстати, тут пассивка красивее, чем тут. Ну, именно я так думаю. Тут сейчас выскочит фигнюшка. И проголосуйте там. Так, значит, у нас тут динамики. Динамики тут родные дивом. 16,24 Ома. Запаса мощности — это хорошо. Твиттера — ничего не понятно, все залито клеем. Так, и микрофончик. Вот наша вторая половина. Тут мы видим Bluetooth антенну, аккумулятор. Все залито этим поганым клеем. Смотрите, сколько много клея. Усилитель на ТПА 31-18, хороший усилок, там Bluetooth модуль виднеется. Контроллер заряд. 7,4 вольта. Такая же, как там указано. Кстати, я говорил, что у Charge 3 в 2 раза больше аккумулятора. Нет, аккумуляторы полностью одинаковые. Все дела. Тут перепаивал кнопочку. Потому что у меня она перестала работать. Взялся с моей старой колонки Demon Box Audio. А так, все, по качеству файки, ну, такое. У нас располагается плата с разъемами и с блоком для пауэрбанка. Сейчас я буду это все собирать и вот проверим, будет она работать или нет. Вот я собрал мою колонку, сейчас проверим, она работает или нет.
Вот колонка работает, и теперь вы не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, там, где вы найдете все мои бастрики с моих видео. Не забывайте также подписываться на мой инстаграм. Не забывайте подписываться на мой этот канал. И если мы наберем, например, 100 подписчиков, я спалю какой-то динамик. Я еще не знаю какой. И